Я буду скучать по этому местечку, Лейни. Но уж точно не буду скучать по этим сопливым мелким покупателешкам. Лё, как на помине. Привет, чем могу быть полезна? Я хотел узнать, нет ли у вас копии Королевы Анархии, лимитированного комбо 2016 года, с кодом для загрузки MP3 копии. Посмотрим. Звучит как что-то нишевое. Red Girl слишком нишевая, даже чтобы ее просто искать. О, так вы ее знаете? Да, знаю. Люблю песню «Крысиные тренировки». Ну, это же самое популярное. По мне, больше их ранний саунд, андеграунд. Mm-hmm. Мне нравятся ритмы Detonation Nation. Нравится их эра до хайпер-попа. Они были гораздо уникальнее. Знаете, у многих так до общего признания. Не мудрено, что вам это нравится. Чего? Она не хайпер-поп, она очевидно нойз-рок. Мне просто интересно, такая как вы, это какая? Всем известно, что у работников мусторгов комплекс превосходства. Например, Red Girl не такая уж и нишевая. Она мейнстримная инди-хайпер-поперша без былого звучания. Да вы бы индастриал от пост-индастриал в жизни не отличили. Она мейнстримная инди-хайпоперша без былого звучания. Я здесь не потому, что знаю все о музыке, а потому, что нет денег и нет опыта. Ну и так совпало, что музыкальный вкус хороший. Ха, и это по вашему вкус? А, да спустись же ты уже с небес на землю, а, здоровяк? Неужели ты думаешь, что твои познания о субкультурах лучше моих? Но по тебе сразу видно, что ты любишь насиловать мозги другим. Простите. Думаешь, меня заботит мнение Позера? Позера? 100% выдающийся Позер. Дружок. Слушай, то, что я не настолько клишированный задрот, как ты, не значит, что я не имею понятия о интернет-субкультурах. Думаю, я знаю пару фактов о доме незнакомцев Простите, что прерываю вашу высокоинтеллектуальную беседу, но вы оба не правы. Королева Анархии официально признана электроклашем. А то, что вы ищете, закончилось. А еще мы закрываемся. Прошу удалиться. Да, свалите из магазина. Хм. Я еще вернусь. Я еще вернусь. Он и не догадывается. Закрыто навсегда. Спасибо за вашу поддержку. Персонал Power Records.